Продолжаем работать сумкой. Ручки мы будем делать две, и они будут у нас переплетены в косички. То есть для косички нам нужно использовать три детали. Поэтому мы выкроем сейчас 6 длинных полосок, то есть сворачиваем ткань вдвое. Здесь 6 частей, и длина полоски будет 3 сантиметра. То есть мы берем и откладываем по 3 сантиметра с одной стороны и с другой стороны и соединяем вместе. Это для того, чтобы ширина наших деталей была одинаковой. Теперь нам нужно вырезать полностью, прорезать все наши детали. И так, чтобы у нас получилось... Вот здесь вот у меня две полоски. Еще мне надо вырезать 4 штуки. И теперь, когда они у меня уже готовы, то есть одна полоса шириной 3 сантиметра, длиной 1 метр. Нам нужно теперь полностью все их прострочить на машинке. Буквально вот с небольшим припуском. Да, вот здесь вот немножко вот так вот по краю прострочить и вывернуть их. Теперь мы возьмем полоску, свернем ее пополам, вот так по левой стороне, и будем обрабатывать полностью на машинке. Просто прострачиваем. Смотрите, самый первый начало мы прострочили и здесь, и полностью сбоку. А вот конечек мы не застрачиваем. То есть вот здесь вот мы сейчас будем выворачивать вот к этой стороне все. Теперь нам надо прострочить вот так полностью все 6 полосок. Итак, мы прострочили все 6 полосочек ткани, и у нас осталась одна. Нам надо просто их вывернуть. Да? Здесь вот у меня 5 штук вывернуты. Сейчас я вам покажу, как это делала я. Я использовала для этого шило. Шило всегда использую для изготовления цветов, поэтому оно всегда у меня под рукой. Итак, смотрите, вот ту простроченную часть, вот где боковушечка, я вот так вот раздваиваю немножечко. Вот, приминаю и... Вот таким образом острый конечек помещаю сюда вовнутрь. Теперь вытаскиваю острый конечек и помещаю сюда тупой. Потому что острый опасно. Я только в самом начале делаю, а тут, видите, выворачивается очень легко. И таким же образом теперь надо быстро взять и вытащить шило. Вот наши 6 деталей для ручек готовы. Теперь нам надо прогладить все наши полосочки ткани. Гладим на двоечки. То есть там, где шелк. Надо прогладить так, чтобы не было видно с правой стороны, не было видно шва. Таким образом мы проглаживаем полностью все 6 наших полосок. Теперь смотрите, мы берем 3 кончика наших 3 деталей, и теперь нам надо полностью их прострочить вот так туда-сюда. То есть соединить вот здесь вот у края, у одного края 3 и еще 3.
Вот таким образом мы соединили полностью три наших полоски. То же самое делаем с остальными тремя. Теперь нам надо сделать вот такие ручки. Как я их делаю, сейчас покажу. Значит, все наши три полосочки, вот я ставлю какую-нибудь тяжелую вещь в данном случае, у меня тут вот клей стоит, и просто сплетаем косичку из этих наших трех полосочек. Заплетаем не слишком туго. Стараемся, чтобы каждая полосочка легла аккуратно, не было сильных таких натяжных складочек. После того, как мы сделали вот такую косичку, мы ее просто берем и проглаживаем утюгом. В результате у нас должна получиться вот такая ручка. Как только мы закончили нашу косичку, вот она у меня, теперь мы берем нитку с иголкой и все кончики ее с обратной стороны вот так берем и немножко просто вместе сшиваем. Теперь складываем две части, внутреннюю и внешнюю нашей сумки. То есть вот эта часть, она идет у нас, видите, так, серебряной стороной к нам на лицо. В нее накладываем вторую часть. И вот что у нас получается. То есть это передняя часть, которая складывается вдвое. Сейчас мы сложим вот так. Вот это будет левая сторона. Видите? Вот это будет левая сторона. Теперь нам нужно боковые части вот здесь прострочить на машинке. То есть вот с этой стороны мы прострачиваем и с этой стороны опять же прострачиваем. Части мы с вами вот таким образом прошили. Развернем немножко, сейчас секунду скажу. Вот так, руку сюда просовываем в правую сторону. Вот, и вот этот уголок разворачиваем уголок. Вот это низ сумки. Поворачиваем его сюда. Берем линейку от края 3 сантиметра, вот так вот проводим с одной стороны и теперь с другой стороны вот здесь делаем то же самое, то есть расправляем. Отмечаем 3 сантиметра здесь и проводим линию. Вот так. Теперь нам нужно по этим линиям, сейчас я покажу, вот, с двух сторон
прошить вот так и здесь. Итак, мы прошили уголки нашей сумки. Вот как они у нас получились. Теперь мы выворачиваем сумку на правую сторону. И вот что у нас получается. Вот. Теперь нам нужно, смотрите. Вот в этом месте аккуратненько расправить. Вот так. С одной стороны. И аккуратно расправить вот эти швы. С другой стороны. Все уголочки ровненько. И теперь смотрите. Нам нужно вот так оттянуть. И прострочить ровненько, прям буквально по самому краю, по правой стороне, сделать шов вот здесь и сделать шов вот здесь. Таким образом мы с вами обозначим дно нашей сумки.